Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех наших богомольцев поздравляем с воскресным днем, праздником обрезания и днем памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Сегодняшний день – особый день, когда мы вспоминаем одного из великих столпов нашей Церкви, когда мы вспоминаем одного из тех, которые для православной Церкви является одним из святых отцов. Мы часто пользуемся этим словосочетанием в нашем церковном обиходе. Мы говорим «святые отцы», как говорили святые отцы, по слову святых отцов. Кто же такие эти святые отцы? Под святыми отцами Церковь подразумевает тех людей, которые не только жизнью своей доказали свою любовь ко Господу, но и словом своим назидали тех людей, которые к ним приходили, назидали по-разному, или очно, или письменно, но это те люди, после которых остались вот эти живые свидетельства их веры, их тексты. И до настоящего момента, до настоящего времени в Церкви Господь всегда воздвигал таких людей, которые служат не только делом Ему, но и служит словом. И святитель Василий был одним из таких. И вот каким добрым словом святитель Василий я хотел бы с вами поделиться. «Доброе дело, — писал святитель Василий, — никогда не пропадает даром. Тот, кто сеет учтивостью, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви». Благодать, излившаяся на благодарную душу, никогда не бывала бесплодной, и благодарность обыкновенно приносит вознаграждение. И мне хотелось бы эти слова святителя Василия дополнить словами нашего великого праведника, преподобного Серафима Саровского, память которого мы с вами будем завтра праздновать. Вот наш южный предел освящен в честь преподобного Серафима. Сегодня вечером у нас в храме будет всеночное бдение, ночная божественная литургия, в сам день праздника также будет одна божественная литургия, согласно расписанию. И вот преподобный Серафим своему сотаиннику, отцу Тимону, говорил: «Сей пшеницу, отче Тимони, сей ее и на плохой земле, сей ее и при дороге, сей в любых местах, авось, где возрастет зерно во славу Божию». И вот по милости Божией Господь уже на протяжении 2000 лет воздвигает людей, которые сеют семя, которые рассказывают нам Слово Божие, которые объясняют нам Слово Божие. И их участие в нашей жизни, оно двоякое. С одной стороны, мы к ним молитвенно обращаемся, и они отзываются. С другой стороны, остается их живое слово, которое сейчас через почти что 16 веков поддерживает, укрепляет и дает нам силы жить дальше. Только от нас зависит, насколько мы захотим приникнуть к этому дивному наследию святителя ли Василия Великого или того же преподобного Амвросия, старца Оптинского и всероссийского чудотворца, который так же, как святитель Василий Великий, служил ближним, как выражался жизнеописатель преподобного Амвросия, словом. И это слово имело великую духовную силу, воздвигая людей от духовной немощи. Всех вас поздравляю с праздником, с воскресным днем, желая доброго здравия души и телу. Я уже сказал о ближайших наших богослужениях, связанных с преподобным Серафимом Саровским. Также напоминаю, что на предстоящей седмице мы с вами будем проживать великое событие Богоявления Господа нашего. Службы будут в день Сочельника, 18 числа, Божественная литургия и первое водоосвящение. 19 числа, в сам день праздника, будут совершены две Божественные литургии – ранняя и поздняя. Благодарю тех прихожан, которые откликались на наши просьбы и в прошлом году помогали во время подготовки, уборки храма, раздачи крещенской воды. И сейчас мне тоже хочется попросить о посильной помощи, у кого будет возможность, в эти святые дни 18 и 19 числа
прийти, может быть, подежурить в храме, помочь с раздачей воды, выполнить еще какие-то несложные послушания. Чтобы мы знали, кто у нас есть и кто может нам помочь, большая просьба за свечным ящиком у Надежды Евгеньевны, нашей церковной старосты, записаться, чтобы мы понимали, кто может к нам прийти, на чьи нам силы рассчитывать, кто может помочь в этот замечательный день, поделиться радостью о Господе нашем с теми людьми, которые будут в большом количестве приходить в наш храм. Еще раз с праздником Божьей помощи и благословения!